Открывается 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Петр Порошенко утвердил состав делегации Украины в составе 10 человек. В ООН открывается 72-я сессия Генеральной Ассамблеи Главного Совещательного Органа Всемирной Организации. В ближайшие две недели с трибуны ООН выступят лидеры 193 стран-членов организации, а также представители Палестины и Ватикана, имеющих статус государства-наблюдателя, ЕС. Новая сессия, председателем которой ранее был избран глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, откроется в 15:00-22:00 по Киеву. В течение года на рассмотрение органов Всемирной организации вынесут около 160 вопросов, среди них развитие Африки, контроль над наркотиками, борьба с международным терроризмом, защита прав человека, ликвидация расизма и финансирование текущих миротворческих операций ООН. Один из наиболее широких пунктов повестки дня разоружения. Президент Петр Порошенко утвердил состав делегации Украины для участия в работе 72-й краткой сессии Генассамблеи распоряжением от 8 сентября 174. В ее состав вошли 10 человек под главенством министра иностранных дел Павла Климкина. Отметим, 19 сентября с трибуны Генассамблеи выступит президент США Дональд Трамп, а на 20 сентября запланирована речь президента Украины Петра Порошенко по вопросу размещения миротворческой миссии на Донбассе. Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что к заседанию Генассамблеи Украина приготовила для России немало неожиданностей. Украина поднимет вопрос о деоккупации Крыма в ООН. По материалам сайта newsgro.com.